Саран-саран, с вами Ариран, а у нас сегодня парни, которые, мне кажется, все чаще и чаще появляются на канале. У нас Супер Дрэгон. Чудик, ты агент 777? Хорошо, привет, Ари, малыши Супер Дрэгон выпустили свой первый юнит-альбом. Первый юнит-альбом со старшими участниками Fire Dragon и младшими Thunder Dragon. Это гром, да? Гром и огонь, хорошо. А также этот чудесный новогодний клип от Z-Star. Ну, конечно же, мы начнем с первых клипов. Мне вот интересно, там вот в прошлый раз было 4 парня, я потом вспомнила, что первые разы я смотрела, там было то ли 5, то ли 6, по-моему, 5. Вот, и сколько их здесь будет? Тем более юниты 2, 3... Один. Хорошо, ребята, ссылочки на все клипы я всегда оставляю в описании, чтобы вы знали. Чудик, спасибо большое за заявочки. Приступаем рассматривать. Мальчишек, поехали. On my way. Так, девушка на каблуках, очки, огни. Машинка. Ее, видимо. Или за ней кто-то приехал. Так, идет а пассажирская. Так. Я уже хотела спросить, это точно они? О. Слушай, тема прикольная. О. У них такие прикольные стрижки. Мне кажется, они здесь стали более юно выглядеть. Мне так громко играть. Я еще не кричу. Слушайте, вот этот вот мальчик светленький, вот этот вот. Мне нравится его стиль здесь. И здесь тоже. Ну так, очень со вкусом, ребят. Так, вот ты, который ниже всех ростом, у него такая внешность интересная. Мне нравится цветокоррекция в клипе. Он вроде в холодных тонах, но с другой стороны такие сочные, насыщенные цвета. Огни эти. Я такой очки одел. Я завдыхнула. Я просто пытаюсь понять, мне вот нравится или спокойно. Но то, что она делает, то, что мне нравятся кадры, нравится цветокор, качество, это да, песня хорошая, приятная, я бы слушала. Но в целом пока что, ой, тут обнимульки такие. О, вот все, мне кажется, клип становится интереснее и интереснее. Вот, но я что-то пока что не могу уловить что-то такое вот прям для себя. Если бы я была поклонницей группы, хорошо знала мальчишек и ждала бы, я бы просто, наверное, сидела, сейчас обалдела от всех этих кадров. А, так ты рэпер. Так, хорошо. Куда? Ой, куда она собирается? На танцы? Но тут есть вот, да, вот такие вот. Блин. Кто она такая? А тут есть контакт парней с девушкой или камин. А вот, но я все равно. Вот начинает справляться. Я не совсем ощущаю химию. Мне хочется такого, блин. Взгляда больше, только сказала. На булочку ест или мясо? Я уже запуталась. Красивая. У нее прям такая азиатская, знаете,
прям вот восточные университеты уехали. Я смысл не поняла. Там какая-то история была про девушку. Я бы этому релизу поставила бы, наверное, 4, наверное, потому что я не увидела чего-то, что заставило бы меня пересматривать этот клип. Если бы я была поклонницей группы, то, соответственно, я бы его пересмотрела, наверное, миллион раз, а так-то, не знаю, не знаю. Хорошо, что у нас следующее? Младшенькие у нас. Машеньки, мне что-то подсказывает, что, как обычно, это сейчас будет моя тема. Но это, конечно, не точно, но я в ожидании, в ожидании. Так, а что они у нас такие? О, работники офисные. А прям видно, что малыши, да, мелкие? Или мне так кажется? Тут у нас опять девушка. О-о-о. Они такие, как хакеры. Ой, хорошенькие какие. Рок Тунайт называется клип. Музыка не моя, она мне нравится. О, слушайте, ну вот этот драйв мне нравится. Такие офисные работники были. Хацкеры. Там мальчик один такой прям красавчик. Мне бы его узнать, когда он поет. Я могу его узнать. Но это больше похоже на J-Rock, ребят. Кошечка эта знаменитая. Наверное, вот этот, что в книжках. Я его, наверное, имела в виду. Слушайте, мне нравится вот эта крепота. Ну, даже не крепота, а такая какая-то упоротость, что ли. Вот эти кадры прикольные, знаете, он битбоксит. А я вообще не люблю J-Rock, рок я люблю, раньше любила, пока не стала кей-попером. Но с учетом их возраста, по ним видно, что они мелкие, мне нравится вот эта вот мощная такая жесткая дерзость их, поэтому мне нравится. Наверное, немножко больше, чем старший юнит. Хотя, опять же, песню я бы не слушала, ребята. Я бы померла. Ну, раньше ж как-то не помирала. Наверное, мозг мне это круто. Слушайте, вот эти ставки вообще очень-очень мне нравятся. Чумовой, короче, клип, ребят. Я забыла даже слушать голоса. А, там танцы еще. Я очень туго соображаю. Мой мозг обрабатывает. Они так смотрят. Они такие, как типа зомби. Вот этот. Хорошенький такой, не могу. Это он, наверное, в книжках там был. Рэпчик читал. Что такое? Им все это приснилось? Спят уставшие игрушки. Боже, этот взгляд последний, ребята. Эй. О, мне понравилось то, что там что-то было задумано такое глубокое. Зомби, да,
Может быть, ей нужно было чуть побольше вакансий. Хотя, в принципе, они и здесь управились. Ребят, у меня до сих пор бумс-бумс-бумс в голове. Песню я бы не слушала. Но вместе с клипом с этим и с этими пацанами она мне прикольно зашла, потому что, как я уже сказала, мне нравится, когда мелкие и дерзкие. Взрослый юнит, прошлый, у них абсолютно два разных концепта, разная подача. Вот, и это мне нравится, что вот никак абсолютно не пересекалось и не пошли они там по шаблону, да, что младшенькие это а-ля цветочки, а старшенькие а-ля там уже разбышаки. Тут как бы наоборот, и вот да, это мне доставило. Как-то даже захотелось первый еще раз клип пересмотреть, как быстро у меня меняются взгляды. Ребята, ладно, у нас еще с вами новогодний, под конец. Так, это у нас здесь старше, буду пытаться понять, как зовут, называется песня. А песня у нас называется... It's Christmas. Все очень просто. Давайте посмотрим. Клыки. Вот это и ляля сбоку. Они такие разные. Абсолютно три разные. Вот. И вместе так хорошо смотрятся. Так, тут у нас мальчишки появились. Тут можно послушать, как поют. Они тоже, наверное, одно агентство или вот, ну, типа, коллаб. Вот эта дама очень голосистая, по-моему. Слушайте, это... ну, они ж... Ну, не знаю, я не уверена, что это Япония, потому что некоторые ребята прям не совсем никак на японцев не похожи. Ну, что-то такое, типа, да, тайское или вот что-то такое. Ой, а она такая высокая, обалдеть. Класс. Эта девочка вообще на индианочку похожа. Ой, какие кнопки. Ладно, кнопка там один, а этот очаровашка-улыбашка. Что-то там для нас, ребята. Потанцовываем. Не, ну так я не могу. Это уже сильно сложно. Это мне надо репетировать. О, такие у них с новогодним свитерочком. Прикольная парочка. О, тут их всякую можно рассмотреть. Мальчики стоят, девочки присели. Надо было мальчиков присели. Сарае, они сказали. Это что? Это что? Я не вижу ни одного намека на то, короче, принадлежность к какой стране группа. А подарки когда открывать, я люблю. Тут их все больше, больше, больше. Класс, знаете, что клево еще в этих клипах? В том, что потом их пересматривать так лет через 5, 10, 15, 20. Такая память, это круче, чем фотографии или еще что-то. Класс. Ну что, давайте загуглим. А, ну вот, да, я в принципе так и думала. Это у нас Z-pop. Z-pop, напомните мне, это у нас откуда? Блин, Z-pop. Это был какой-то проект, да, ребят? Я что-то слышала, но мне так было неохотенько смотреть, вылазить из своих калош.
поперских. Короче, не могу я тут найти привязку к чему-то конкретному. Какой-то тут написано мировой масштаб, все дела, ля-ля. И ребята, по большей мере, тоже по ним было видно, что они хоть азиаты, что они интернациональные. Я такая компашка собралась. Но атмосфера, конечно, очень атмосферная. И все такие миленькие были. Сразу кажется, что все они лапочки хорошие. Спасибо большое за новогоднее настроение, которым нас чудик накрыла сегодня в рамках этой реакции под тайным кодом 777. А на этом давайте закругляться. Я надеюсь, что вы будете ждать следующие мои видео. А пока что всем саран-саран. С вами была Ириран. Я всех люблю и целую. Пока-пока.